Диабет – это одна из тех болезней, которую надо лечить сразу же после постановки диагноза, даже если он на очень ранних стадиях и не причиняет боли, не создает неудобств и не создает каких-либо тревожных симптомов. Но игнорировать это нельзя, потому что дисбаланс сахара в крови, с которым диабетики живут, может вызвать множество осложнений, даже приводя к очень серьезным последствиям для здоровья. Главная причина для беспокойства – это неблагоприятное воздействие на сердце. Нестабильный уровень сахара в крови может привести к плохому кровообращению.